как раз у нас там написано. Сейчас я тебе почитаю, Каринка, божечки ты мой. Сейчас тебе прочитаю, какой у нас процесс. Тут написано, что это кислота из камней заставляет пузырьки, да, образовываются пузырьки. Как чтобы вкусно. Оно так типа брызг. Вкусно пахнет. Только ты никогда, Кариночка, в ротик не бери это, да? Знаешь почему? Потому что там кислота. Да? А здесь у нас, смотри, здесь у нас уксус, потом яичная скорлупа, ракушки и камушки какие-то. У нас камушка не было, да? То есть это из того, что у нас получается есть карбонат, да? То есть выделяется специальный газ из карбоната, да? Карбон-диоксид, да? Получается углекислый газ, двуокись. Ага. Получается, что в скорлупе, в камушках и в ракушках тоже есть этот карбонат. И когда добавляют к нему кислоту, то он начинает типа бурлить.